Всем привет, с вами Ох Студио, мы продолжаем выживать в Ark Survival Evolved. Мы когда прошлую запись остановили, у нас такой пиздец начался. Рус, ты хоть с факелом ходил, страшно. Мы, короче, за предыдущие игровые сутки сдохли раз, блин, не знаю, да хрена. Лично я трижды. Это причем, что мы сдохли банально из-за того, что нас животные убивали, мы со скалы падали. Чего только с нами не случалось. Слушай, мы вольем эту паразавра, как думаешь? Или не догоним паразавра? Он как когда стрекача? Понятно. У меня левелапчик, кстати. Поздравляю. Да. Я жрать хочу. Бывает. Что? На самом деле, что-то мясо ни хрена сейчас не утоляет. Голод мне, вот это немножечко. Это, наверное, холодно. Наверное. Я вон пожрал вроде, а эффекта как будто и не жрал ничего. Так, так, так. Я 9-й уровень. Угу. Там осталось мясо в костре? Я не трогал костер. А, окей, то что я тогда его доем. Я поставил тебе еще один ящик, кстати. Да. Ты кто-то мне обещал бурдюк. Да, бурдюк сейчас тебе дам. Мне только пожру. А, так, я тебе обещал не просто бурдюк, я тебе полный бурдюк обещал. Да. Вот, я костер подожгу, а то как-то вообще. Я тебе кинул бурдюк. Тут один полный, другой пустой. Спасибо. А зачем 4 бурдюка, ты не скажи? Да, на самом деле один можешь мне отдать пустой. Да не вопрос. Вот, дропнул. Угу. Так, ну, поднимайся же, гад. Так, мне нужен вуд больших количеств. Ну, так в ящиках посмотри. Ты нахерачил вуда много? А, в одном из них уже вуда немного. Сейчас я тут... 80 вуда на одну основу. То есть, ага. Стоит тут? Угу. Да, на нее сейчас массово нужен лес. Нечи там более-менее, то есть они как-то так, терпимо. Господи, дождь, скажи. Ага. Я пока в лесоповал записался. Ну давай, я потому что пошел в мясо повал. А, давай ты. Ох, нихуя. Я хочу со скалы не делал. Ну вот еще одного только раза нам и не хватало. На этот раз под запись, да, уже? Да я все равно не увижу, как ты падаешь. Я потому что разбираюсь тут с черепахой. Давай. Черепахи — это не только ценный мех. Какой там мех? А хайд — это что? Хайд — это шкура все-таки. Похер, будет мех. Она меня даже цапнула слегка. О, я даже опыт получил. Да, так а я с тебя тоже опыт теперь получаю. Вот чё мы, блядь, косячили, мы трайп нормально не видим. Блин, чё тут? А, ещё одна меня пытается пожрать. А я тебя вижу. Подойди помоги чуть-чуть, а. Вот чуть-чуточки, да? Да, совсем чуть-чуть. А где живая? Да, на втором уровне. Второй, не второй, у меня просто перс уже уставший. Он уставший, замерзший. Стамина. Стамит, не, нахер. У меня, блин, еще это. О, хайд херачит, нормально. Блин, я жрать хочу. Пойду-ка я обратно. Иди, я сейчас мясо принесу, в костер закину. Давай, у меня тоже мясо есть для костра, только, блин, до этого момента нужно не сдохнуть. Так, как обычно... А, все, вижу. И как хорошо, когда огонь горит, хотя бы видно, куда идти. Я банально по маякам ориентируюсь.
Заметь, он стабильно убирает аирдроп возле нас. Ну, пусть убирают, насрать-то на них. Не гаси огонь. Скорее бы сготовилось хоть что-нибудь. Жрать охота. Бивает, что? Не хватило. Не хватило. Ты то, у тебя тоже как бы уже все как бы еда? Да. Ну, так, ура. Эй. Все. Следующий мой. Следующий твой, да. Тут, я думаю, на самом деле далеко от костра уходить не стоит. У тебя есть подсадка, чтобы я не бегал? Да. Сейчас скажу. Вуда, вуда, я не нарубил. А, есть 16 в этом ящике, а в другом, не знаю. О, 11. Да, то есть ты сейчас еще что-то сделаешь, дай да? Дай мне вуда. Так ну, возьми в ящике, я же говорю. Надо как-то пароль поставить на эту хрень. Угу. Я пока починю свой этот топорик. А, блин, этот самый нужен. Сделал доброе дело. Какое? Свали. Сейчас, подожди. У тебя тхач есть этот? Кого? Ну, блин, ветки. В костре горит. Ненавижу, вот неудобно у них сделано. Ага, съебись, горит. Там, кстати, мясо чуть сготовилось. Ага. Я забрал две штуки. Угу. Так, а ты всю древесину забрал? Ага, я не могу, бля. Мне две штуки нужны древесины, точнее одна штука древесины. Да ёпарасете, блин, куда ты? Над интерфейсом ребятам явно нужно поработать. Потому что местами это полная ад. Я же пол вообще дебильно устраивается. А он нужно так, чтобы он как бы. Так, закинь то остаток дерева. Угу. Что сейчас раз станет. Комфортнее. Ну ладно, в принципе, сейчас пойду с факелом, чтобы не мерзнуть. Потому что леса нужно много. Сейчас починю свой топорик, а то у меня, блин, одни ветки сейчас пойдут. О, наконец-то можно чинить топор. Не обоснует, чё, чувак. Ну, блин. Я тут уже все выкатил нафиг. Я пошел дальше. Кстати, дерево-то оно горит все-таки чуть поприличнее, угу, чем снэтча. Так, я вижу аирдроп. Попробую к нему сбегать. Попробуй, попробуй. Я-то, в принципе, недалеко, но я... Лучше нам деревяшек найду. Я так прикольно, сзади меня свет так... Ой. Чего там? Да я как бы водички. А, не, у меня водички еще есть. Еще бурдюк целый. Нужно еще сделать. Я надеюсь, мне сейчас возле аирдропа никто не гопнет. Да, это было бы эпично. Ну, рядомские гопники, блин. О, уже рассвело. Хорошо, а можно... У меня за окном тоже рассвело. Беспалевно. Я же тебе говорю, это такая игрушка затягивающая, ну пиздец просто. Да как любые такие, как бы, типа песочниц. Здрасте, песочниц. Но это не песочница, это survival. На самом деле, как бы... Возле нас еще есть? А? А, есть.
Он какой-то белый, блин. Тут деревья еще вырастают периодически. Так, кажется, я нам сейчас мясо добуду чуть-чуть. Или шкур. Шкуры. Я нашел плохо. Рецепт копья. А, в аэродропе был? Ага. Копье, что, обычное это? Тупое? Блупринт какой-то. Ага. Бегу, разберемся. Давай. Я пока тебе вуд наделаю. И немножко снэча до кучи. Он как-то автоматом делает. Хорошо, что да, теперь... Да, вообще с обрывом не прыгать, даже если он манипусенький, ну просто дэмэдж на них летает. Да. Вроде бы... Да ладно, что тут? Угу. Ага, здрасте, приплыли. Да. Ты бы ступку поставил, я не знаю. А? Ты бы ступку поставил. Ступку хотя. Делать нужно. Ну, сделал, поставил, а эти уже пол... полом обеспечены. Ты... Давай сперва мы будем шкуру используем на кровать. Ага. Чтобы могли тут резаться, в этой точке. Так, о, надо же, я, похоже, много навалил. Бегать уже не могу. Так, попить надо. Да и пожрать бы. Да, я тут навалял почти 200 единиц дерева. Нормальный ход. Ну да. Сейчас чуть ягод соберу. Я извиняюсь, я мясо все подожрал. Потому что я уже жрать хочу, пиздец. Ну, блин, сейчас за черепахами придется идти. Ну сейчас-то, понимаешь, когда типа в комфорте, не так быстро голод идет. По холоду... Ну да, как бы теплее, получше уже. Ну да. Когда голодный там, точнее холодный, там голод вообще зверский какой-то там. Те стейки закидываются как в топку. У меня рецепт копья получается. Так металлическое или каменное? По-моему, каменное. Просто факт, что у меня его не было. А еще топор, рогатка и факел. И три копья дали, как обычно. И две ракетницы. Люблю аэродропы, чувак. Нормально, чё? Я копья скину, не нахер не нужен. Доставил бы, я бы забрал. В ящик можно убрать. Так а я куда их скидываю? А, ну да, я думаю, мало ли мозгов хватит выкинуть. Не знаю, как он его использует. Ребята, кто знает, пишите в комментах, пожалуйста, потому что я банально не в курсе. Ну вот банальнейший. Так, о, я подхожу к нашей... О! Да, так, конечно, гораздо приятнее, потому что я тебя хотя бы... твое имя теперь вижу. Так это, может, ты построишь чего-нибудь, раз я тебе подвожу сейчас вуд и прочее? А? Я тебе вуда принес. Да, хрена. А я пошел воду пить. Ага. Я оказалось, что да. Я... Я один сторож полон. Второй, кстати, тоже. Скорпион и два дилда долбят трицератопса. Это, конечно, прекрасно. Так, я нам... Мне жарко, я хочу пить, и я бегу в воду очень быстро просто. Не, мне пока еще не жарко. Я устал, почему? Видно, только вот ресторатор. Но у меня просто. Угу. Дегидрейтед сразу, вам холодно. Угу. Понятно. Так. Пойду-ка я.
тоже к тебе, наверное, что у меня жижа заканчивается, и нужно на черепашек поохотиться. Черепашек там мало наверху. А? У тебя наверху черепашек мало? Ну, мне все равно вода нужна. А ящиков нужно больше. Определенно, потому что они очень быстро забились деревом. Не бойся, я его сейчас погибну все. О, как прекрасно, да. Shared Exp. Это ты там деревья валишь, да? Конечно. Мы, оказывается, все это время бегали без племени, блин. Да. Продолбали хреновую тучу экспы. Ну я думаю, что-то, блин, должна экспа делиться, а не делится, блин. Ну, ладно, хрен бы с ним. Не 30-е уровни. Угу. И 60-е. Слушай, тут... Г. Прикольно. Тут... Да тут... Дохлый этот самый валялся, скорпион. Значит, Трайки он все-таки задолбал. Это раз. Я тут просто чуть поохотиться решил. О, дело готов. Две кроватки крафтанул. А? Я крафтанул две кроватки. А, ну зашибись. А не, блять, это не кроватки, сука. Это фундейшн. А где кроватки, блять? А, сперва нужен спальник. Да? Да. Значит, хрен тебе, не кроватки. Так. Я дебил. Молодец. Не, ну она все равно эта хрень надо, потому что не стоит. Так, я пошел мясо жарить. Давай. Мне не нравится тот фундамент, который у нас сейчас есть, блядь. Я хочу переделать. Ну что, и переделаешь, ну давай у нас будет... Нужно... У тебя вообще очки-то это есть? Да я не про то, я сейчас задемолишь. Сделай по деревянному фундаменту. Получу обратно все ресурсы. Так, я к тебе гоню ту самую бегущую тварь. Попробую ее поймать и убить. 4-го левела. Где она? Тот... Потасавр. Опа, есть, я его убил. Я молодец. Что-то потит, или что зашатает? Ох. Все, я сейчас притащу до хрена мяса. Ты бы его живым брал, блин, не знаю. Нахрен нам мясо нужно. Так, у тебя есть какие-нибудь ягоды? Что, мне перс голодный до звездеца. Ягоды нету, мяса, по-моему, тоже нет. Ягоды какие-то есть, блядь. Я нам 18 мяса. А, я мясо закидал вроде бы в холодильник. Или нет? Нет, ты не закидывал. 14 мяса закинул. У меня какие-то ягоды оставались, поэтому не сдохну. Иди сюда. Так что тебе надобно? Ну и подожди, сейчас я проверю, может там мяско сготовилось, да, ура, мясо есть. Все, теперь я не голодаю. Так что ты хочешь от меня? Алло. Подожди, сейчас. А теперь ты где у нас? Я кидаю твой спальник. Спальник? А чё не кровать? Блять, оказалось, что кровать она еще позже готовится. Ну, окей.
И кидаю твою спальню где-то в район костра. Понял, возле меня. Окей, все, я взял его. Сейчас разложу тоже. Так, и вот что там. О, она даже показывает, где я. Гы-гы, прикинь. Да, да. Можно ориентироваться. Гы-гы. Прикольно. Ладно, мы теперь хотя бы тут сможем отрезаться. Да, это радует. Угу. Я почти левел уже набрал. Как эту хрень убрать, как я? Какую? Да не знаю. Так, но мне надо что? Мне надо переделать. Что, у меня скоро 10-й будет, вот что очень ценно. Это да. Wooden Foundation мне надо. У нас где-то есть, да? Кто? У нас где-то есть. Да, да хрена, все ящики им засраны. Капец, у меня этот перс голодный был. Я тоже сейчас уже голодный был. Такую кучу мяса, но там готовится еще. Хорошо, блядь, не хватило. Да. Так во втором ящике тоже есть. Слишком. А? Не нравится наш пол, он слишком высоко. Ну, блин. Извини, сам строил. Так нихуя, говно вопрос на самом деле. О. Так, а я, пожалуй, нам еще один коробочек соберу. Ты зачем раздолбал камень? Да... Чтобы раздолбать камень. Сейчас еще будет один ящичек. Будет очень хорошо. А то нам этот хлам девать некуда уже давно. Мне это не нравится. Бывает. Вот так вот. Ура. Есть еще один ящичек. И я туда. О, сколько у меня шкур. Слушай, а я сейчас, наверное, ступку даже сделаю. О, иди. Что? Почитай. Сейчас. Подожди. Я нам ступку делаю. Ты аккуратнее ломай. О, да, о, да. Так, ты там теперь строишься, что ли? Да. Ну, ставь еще один. Не тормози, мне просто не нравится запрыгивать эту хрень. Ага. Что, я ступку все равно рядом с костром пока поставлю. Нафига, я это сейчас разберу сверху. Ну, смотри, ящики-то битком. Я сейчас посмотрю, что... Ай, мне... может, типа, несколько в ряд ставить? В смысле? Несколько ящиков на одну секцию? Ну, как видишь. Охренеть. Paintbrush... О, Parasaur Saddle. Stone Irrigation Pipe. Как тебе? Где что? А? Кто, где? Ага. О, а я, кстати, теперь могу делать этот сигнальный пистолет. Ну, красавчик. И могу сделать трубу. Трубку. А? Можешь делать цитрону. Так, я сейчас буду лагать немножко, я решил таки перенастроить область видимости. Так. И, кстати, я могу еще cooking pot изучить. Не вижу в нем смысла на самом деле. Ну как сказать, он больше еды готовит. А-а-а. Ну или это ты потом изучишь. Или мне изучить. У меня поинтов полно. А? У меня полно поинтов просто. Буржуй, да? Угу. Так. Стимулянт. Так. Ты можешь... Стимулировать? А, слушай, знаешь, я могу... Мы можем... Я могу даже под лесопосадки всякую хрень делать. В смысле? Ну, сажать... Потому что. Нахер. Так, так, так. Ш
Мускулатура круче, стамина круче. А ты тоже апнулся, да? Немножко отстал. Фонарик. А, это... труба. Это подзорная труба, да. Ты, короче, ты организуй пока вот там вот нам, типа, куда ставить этот пот, ну, миску. Потому что, на самом деле, пора уже потихонечку на боковую. Да. Подожди, что ты хочешь, чтобы я сделал? Так, ну вот на... А, ты сделал пол, то есть я могу сюда устанавливать эту самую. Да. Хорошо. Пожалуйста. Блять, сейчас еще один так. О! Так, и что мы тут можем сделать? Ага. Чарколс. Так, флинт и стоун, например. Я могу из этого сделать какую-то там пудру, из нее можно сделать порох, но для пороха нужно найти где-то уголь. Что за уголь? Не знаю. А, блин, ты, у меня тут жажда, похоже. Или я даже горю. Ну-ка. Я тоже как-то горю, непонятно. А нормальная температура, походу. Для этого тут стены нужны. Иначе... Спасибо, Кэп, я могу строить стены, но... Стены, причем потолок нужен. Потолок и дверь. Только обычный. Ну, говняный, в смысле. Ну вот... Что, похоже, да. Тут очень жарко сейчас. Очень жарко. Сколько сейчас? А, 48 по Цельсию. Ну да. Пойду-ка я к воде. Ты мешочек свой ставить будешь, не? Да, я мешочек свой поставил на то. Пусть там и остается. В следующий раз перенесем. Надо мне к воде, наверное, сбегать, блин. Ну вот. Знаешь, я уже туда побежал. Дегидрейтер. О, залез в воду, сразу стало ему легче. Теперь в воде тепло. Хочу приручить Трайка и снести к чертям эту будку, она мне бесит. Ну, это еще... Это уйдет время. Я добежал дважды до гидрейта. О, это ты бегаешь? Да, это я бегаю. Где? Бегай. Я тут пошел поохотиться. Давай, давай. Ну, с этих дел толку. Как сдила молока, да? И сюда с каким. Да, я что-то как... Блин. О, блин. Пойду в воздухе. Водой 29. Тут 36. Похоже, что тут... блин, я из-за фрапса не вижу, сколько время. Время... 2. Понятно. Ладно, я думаю, что, в принципе, на этом можно сохраняться. А? Да, все, на сегодня хватит. И так до хрена уже времени. Наиграли? Надо каким-то раком поставить пароли на ящике вообще-то. Ну это несложно. Там ты задерживаешь Е и выбираешь что. Типа. Да, сейчас пойду попробую. Опять жара, капец. Наверху жарче, чем внизу. Я помню. А я тебе еще вот немножечко добываю. Жара, блин.
Все. Все починил, что хотел. Подожди, наша хата. Вот если этих сволочей-то приручить двух разнополых, там это даст пользу в плане разведения? Хрен, честно, я не помню такое. Так, я ставлю пин-коды на ящики. Тебе так ставить нельзя, потому что он этот... потом скажу. Так. Это мясо сюда, это сюда и немножечко дробь сюда. Блядь, напугался своим шашлыком. Ну а что, кушать тут нужно? Все, ящики с пин-кодами, я надеюсь, блядь, не будут психовать и разносить их нахуй. Да не, пин-коды это для всех остальных. А, тебе без пин-кода? Что, на котер тоже можно пин-код поставить или что? Storage box, пин-код, это я его взял и открыл. А, ну отлично. Угу. Так, я мяско одну сопру пожру. Угу. Сейчас пожрамкать. И думаю, на этом можно завершить. Да. А где твоя кепка? Да я не делал на нее мод. Понятно. О! Тогда рукой прикрылся, сделал мод. Да. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. А мы продолжим в следующих сериях. Вернемся. Да. Всем пока.